Привет, чуваки, с вами Блудлинос, и сегодня мы дальше будем проходить игру под названием Алло. И сейчас мы будем проходить уже, как я понял, Акари. Мне, честно говоря, писали очень многие люди, что это Акари без Хари. Ну, давайте смотреть вообще, что будет происходить в этой игре. Опять у нас звонит телефон. Звонит. Правильно говорит. Ладно. Почему я не могу пройти? Бухло нам сразу разбивают, дают понять, что лучше не бухать, а подойти к телефону и спросить, кто же там? Акари, послушай меня. Акари, я пока еще не мертв. Я жив. Жив, цел орел. У меня есть будущее. Я люблю тебя. Как мне успокоить твою душу? Честно говоря, я не знаю, это нам чувак тут звонит или кто это вообще? Что это за замочек какой-то висел там? Что? О чем ты говоришь? Нам дали пощечину? Или что? Кто нас долбанул? Только не говорите, что это концовка сразу. Финал 25. Алло, Акари. Честно говоря, друзья, я не знаю, дойду ли я в... Алло, где же ты? Перевернуто все, короче. Я не знаю, дойдем мы до конца или нет, но мне сказали уже, что я немножко не тех взял конфет. Искусственные цветы. Тишина. Я надеюсь, что тут не будет никаких моментов, что меня напугают, как в той части. Не хочу смотреть телевизор. Не хочу. Что же ты хочешь? Может, в камин полезешь там, пороешься в камин? В наши дни это редкость. Она то же самое говорит, что и тот. Ладно. Бля. Постоянно забываю, что тут, когда задуваешь свечи, то то же самое происходит. Слушайте, ну это то же самое. Шаги во тьме. Все те же самые концовки. Что за бред? Так, ну что мы делали? Опа. Медвежонок. Ну все то же самое происходит. Только почему? Мы можем выпить, но... Пьяная тёлка, это плохо очень. Давайте, может, поспим? Может, пусть просто настанет утро. Странно, короче, я не то делаю, потому что нам оставляют загадки, как бы, то есть не загадки, а наши дополнительные вещи, мы должны к ним подходить. Он почти как живой. Неужели тут все то же самое будет писаться? Все то же самое происходить? Слушайте, давайте дневник прочитаем, может, там что-то интересное будет. Я не в настроении читать. Слушайте, это не тот чувак, переодетый просто в женщину. То есть в девушку. Зеркало покрыто кровью. Где там зеркало? Что-то я не вижу. Плохо вижу. Может позвонить? Ну, она то же самое говорит. Я немного пользуюсь им. Странная эта девушка. О, занавески задернуты. Мы увидим член. Что это было? Что это было, мать вашу? Что это за звуки? А ну-ка еще раз подойдем туда. Так, ну, свечи мы задули, да? Может, нам бухануть? А ну, а тут? Занавески тоже задернуты. Ну, давай, остается только одно. Давайте буханем. Пьет, как лошадь. Блять, похмелье. Сейчас тёлка пьяная будет звонить своим бывшим. Я не понимаю... Опа, камин. Отлично. Я уже думал, ничего не произойдет. Ну, тут... Кто зажег его? Духи, сатаны. Он почти как живой. Чебурашка, у тебя голова отвалится тоже или нет? А ну-ка, может, в кресло посидей? Посидей. Я не в настроении читать. Зеркало покрыто кровью. Да куда ж тут идти? Девушка еще сложнее понять, куда идти, чем парнем. Не хочу смотреть телевизор. Так а что ты хочешь? Иди в костре пожарься. Кто зажег его? Да. Странно, ничего не происходит. У того типа постоянно что-то происходило, а тут ни телефон не звонит, не звонит. Ни хрена. Может, сюда нам зайти? Не? Слышали это? Это сквозняк дует. Дует, дует. Занавески задернуты. Блин, да что ж тут делать надо-то, а? Вроде комната маленькая, да? Нет такого объема, как в других играх, например. Как в том же Corpse Party. Но непонятно, что делать. Может, нахрен выйти отсюда и все? Сказать... Опа! Мишка, педофил, ты куда меня за жопу хватанул? Сейчас как дам пощечину. Не, чувак, я пойду отсюда, ладно? Опа! Сломалась шея у него, башка отвалилась. Я забыл, да, что мы не выходили. Это невыносимо, финал второй. Честно говоря, я не знаю, мы на хорошую вообще концовку пройдем или на плохую. Но Мишка уже сломался.
Оторвали Мишке лапу, уронили Мишку на пол. Все равно его не брошу, потому что... Он Немесис из Резидента 3. Казуки. Казуки. И опять японские имена, хрен поймешь. Это звонок, это же был ты. Не надо больше звонить, ладно? Так будет лучше для нас обоих. Они как бы поссорились, наверное. Скорее всего. И кто это у них? Кто это у них в комнатах? Это дьяволы, монстры. Кто это? Сброс. Она сбросила. Все. Дождись. Дождись ответа. Мы идем по правильной... Пиу. Что это? Блин. Это было смешно. То есть страшно. Ой-ой-ой. О, не-не-не-не-не. Не надо. Хватит пугать. Хватит рожи свои показывать красные. Казуки, что ты хочешь от меня? Они не обращают внимания на то, что пугают их монстрами, привидениями. Они обращают внимание только на то, что им звонят. Казуки, Хузуки. 9 августа. Через 2 дня наши с Акири отношениям будет 6 лет. Постараюсь угостить ее чем-нибудь особенным. Уверен, что ей понравится. Акири сказала, что ей нужно уехать по работе. Как жаль. А я уже купил подарок и все остальное. Ну, смотрите, оказывается, это ее дни, то есть его дневник, а там наоборот было. Сегодня мы могли праздновать наше 6-летие. Я знаю, что работа для тебя многое значит. Прости за то, что я наговорил вчера по телефону. Что же ты такого наговорил? Акири позвонила и сказала, что прилетает завтра. Как же долго ее не было. Я встречу ее в аэропорту. На этом записи обрываются. Видно, он кого-то другого жарил в тот момент, когда... Прости меня, Казуки. Прости меня. Почему она извиняется перед ним? Дорогой дневник. Финал 10. Я не знаю, я хочу узнать, что же произошло. Смотрите, ковер уже зеленый. Если быть точным. Твою мать. Не, ну сейчас я уже привык. Я просто закатал сегодня банки с горохом, который у меня выпадал из моего носа. Зачем ты меня мучаешь, Казуки? Это не он мучает, это... Опа, письмо принесли. Сейчас опять какая-то хрень будет. Вау! Жди меня завтра. Не надо. Слушайте, наверное, когда он придет, я его, наверное, обниму, потому что кто-то мне писал, что надо обнимашки делать. Я уже иду, все, вот он, сейчас придет. Дрынь. Кто там? Сиди, я сам открою. Я тебя сейчас постучу по голове. Не, чуваки, я открывать не хочу. Может бахнуть Минса напоследок. Что, мне кажется, я зря это сделал. Похмелье. Мы хоть не возвратимся в обратный? Не возвратимся. Ну ладно, ладно. Хорошо, тук-тук. Кто там? Открываю. Это Казуки, да? Или это кто это? Монстр? Монстр, это ты? Казуки, не надо. Я приличная девушка. Только не анал. Только не туда. Акари. Это ты, Акари? Ха! Акари, дай мне руку, быстрее. Казуки? Где ты? Ты что, слепая? Вот он перед тобой прям стоит. А это Казуки или нет? Мне дать ему руку, как вы думаете? Ай, бля, у меня голова отпала. Зачем ты бросаешь меня? У меня голова отпала. А ну давайте еще раз. А там тоже такое было вроде бы, да? Будет стучать? Будет. Честно говоря, я не знаю. Давайте откроем опять. Я не помню, в той части он меня поймал или нет. Ну вроде поймал, я ему отдался. Монстру. То есть не монстру, а как бы Акари. Я не знаю, какие тут концовки будут. Ну давайте... Это ты, Акари. Опа. Ха-ха. Дай мне руку быстрее. Казуки, где ты? Ну это я не пойму, это монстр или нет? Может тут... Акари, давай же руку. Казуки, это в самом деле... Ты типа быстрее, нет времени. Вот где он. Он, падла, в моем кабине срал. Другой любовник. Разве? Чё? Я что-то неправильно сделал? Неужели мы заново теперь будем все проходить? Охренеть. А не, может это продолжение? Продолжение следует. Санта-Барбара отдыхает, Камин ведет зеркальный мир. Во! А ну давайте ответим на телефон сначала.
Алло? Не. А ну, сейчас я в кабин пойду сразу. Возможно, мы с ней как-то встретимся таким образом. Наши дни — это редкость, но ничего не происходит. Кто это там бухает? Ну, нам опять никто не ответит. Алло, кто это? Это начало или... Или мне кажется? В зеркале отражается комната. Опять. Мы увидели тёлку жопы. Жопы тёлку. Ух ты. Честно говоря, я не понимаю. И сразу, смотрите, я уже иду к тебе. Что тут происходит? Это продолжение игры? А что если мы сделаем сразу... Пойдем в камин? Не, никак. Да хватит стучать. Ну это то же самое, зря я сюда подошел. Давай, давай. Сейчас мы сделаем по-другому. А ну-ка, откроем дверь и дадим ей руку. Или что мы дадим? Но это же не они, это, наверное... Что происходит? Какая-то ты не накрашенная сегодня. Акари, я... Ну давай тебя обнимем. Акари, иди ко мне. Я люблю тебя до слез. И? Это она? Да это не Акари, это какая-то... Я не оставлю тебя одну. Я сделаю все, что ты захочешь. Я не брошу тебя. Это же не Акари, это какая-то тёлка. Блин, мне не видно, или я слепой уже. Правда? Фоткала? Да. Зачем я это сказал? Правда-правда? Правда-правда. Честно-честно? Спасибо. А не, смотрите, это она. Но как она в обличии демона может быть у нас? Счастливый финал, мы вместе. Вот, пожалуйста, вам концовка счастливая. Ну а что тогда произошло? Вы мертвы. Что? Сейчас, короче, проверим, знаете, еще одну концовочку. А ну-ка. Акари, я... Давайте попробуем осмотреть комнату. И знаете, что сделаем? Вот, вы слышите? Она орет. Это так, в тот же момент к Акари приходит тоже призрак, получается. И в этот момент давайте попробуем залезть в камин. Акари, это ты, Акари? Ха-ха. Мы же как бы, получается, в той... Как вселенной, ну, то есть... Или как она называется? Акари, дай мне руку, Казуки. Это в самом деле... Быстрее нет времени. Вот, все то же самое происходит. Есть! Вот концовка! Не отпускай, я тяну тебя. Вот она, концовка настоящая. Казуки. Давай же. Есть, мы ее вытянули. Есть! Акари, давай поскорее уйдем отсюда. Ха, хорошо. Все, вот она, концовка вторая. Вот это, наверное, хорошая концовка. И вот призраки те, которые нам... Яйца отрывали. Все? Хорошая концовка? Услышав голос Акари, я в отчаянии бросился к ней. Я хотел спасти ту, которая была мертва. Девушку, чью руку я сейчас держу, она в самом деле настоящая Акари? Это вопрос безразличен мне. И офигеть! И получается, и призраки с друг другом как бы встретились и полюбили друг друга. Что? Нет, честно говоря, интересная игра. Она хотя, хоть и нам мало... рассчитано времени прохождения, но все равно неплохая такая, позабавила. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И следующая пиксельная игра, которую мы будем проходить, это Lone Survivor. Там, конечно, будет все запутаннее, чем тут. Но это так, неплохая пойдет. Так что, всем пока, с вами был Bloodliness.